Всем привет! Вы на канале Без Воды. Сегодня я покажу, как посмотреть, что я лайкал в ВК. Показывать буду в браузерной версии ВКонтакте. А кто хочет узнать, где находятся лайкнутые записи в мобильном приложении, то я оставил ссылки на видео в описании на старую и новую версию ВК. Итак, заходим в ВК. Далее переходим в новости. Я сразу покажу на примере, поэтому ставлю лайк записи. Все, она сохранена. Теперь, чтобы ее посмотреть, необходимо зайти в реакции. Находится в правой колонке. Жмем, и здесь показаны все ваши лайкнутые записи, фотографии и видео. А на этом все. Если у вас остались вопросы, то пишите их в комментарии. А также, если данное видео было вам полезно, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Всем пока!